Еще одна площадка для практики и трудоустройства. Политеховцам второго и третьего курсов презентовали Байкальскую горную компанию, оператора уникального удаканского месторождения меди на севере Забайкальского края. Ребятам рассказали о том, что на сегодняшний день Удакан – это крупнейший участок в России и третий в мире по неразработанным месторождениям меди. Открытый еще в 1949 году, он так и оставался до последнего времени неосвоенным. С начала этого года приступили к строительству объекта горно-металлургического комбината «Удакан». Планируется в 2022 году его запустить, и производительность в первой очереди будет составлять 12 миллионов тонн переработки руды. Проект реализуется с нуля, потому компания формирует абсолютно новый коллектив. Сегодняшние второкурсники к моменту запуска комбината как раз закончат обучение в ВУЗе и могут рассчитывать на трудоустройство. Ждут специалистов разного профиля – строителей, горняков, маркшейдеров, геологов, механиков, энергетиков. То, что есть направление для реализации каких-либо проектов, как бы для, ну, можно себя зарекомендовать как специалиста. Работа на горнодобывающих предприятиях одна из самых сложных, но представители компании обещают конкурентоспособную зарплату, социальные гарантии и комфортные условия проживания. Уже есть благоустроенный административно-гостиничный комплекс, опытно-промышленная установка, на которой отрабатывается технология будущего производства и ведутся научно-исследовательские работы. В течение этого года планируется закупить часть вахтовых поселков и общежитий.